администрации центра не ставится на сегодняшний вопрос, на сегодняшний день вопрос, и никогда не ставился об их выселении, тем более вместе с несовершеннолетними детьми. Семьям предложено устройство детей в детские сады, трудоустройство обеих мам, что в дальнейшем поможет также решить им и жилищный вопрос. Молодые мамы Татьяна и Анжела утверждали, что им грозят выселением, а бывшая сотрудница учреждения рассказала о многочисленных нарушениях, которые допускались в период ее работы в центре, несоблюдении санитарных норм, грубости персонала. В ситуации пыталась разобраться наша съемочная группа, но журналистов не пустили даже на крыльцо краевого учреждения. Обещали, что выйдет начальство, однако директор центра Андрей Расов ушел, а точнее уехал по-английски, не прощаясь.